Давай сам на сам я попытаюсь. Олег Валерьевич, кого вы боитесь в Чернигове? Кто там, ребята? Кто там, ребята? Ты сейчас хочешь? Тихо, вони провокують перед міліцією. Не піддавайся на провокації. Я звертаюсь, хто старший з міліції? Так затримайте міліціонерів. Я питаю, де старший з міліції? Хто керує? Хлопці, а ну, бандити прибрали, що стоїте? Дайте коридор, дайте прийти, ребята. Прибрали бандитів. Некрасиво бросати. О, Ляшко, як? Нормально тітушку ми прикривати? Ляшко, підрес! Ти за тітушку будеш ригати! Ляшок, скільки угодно! Не ригати будеш, облюда! Руки забрали! Руки забрали! Уже показался! Сусун, блядь! Ляшко! Озумай прокладки до себе, блядь! Сам на сам! Олег Валерьевич, ваш родной город, почему с охраной? Ты гандон! Потому что я так и пидорасы, как мы тут ходим. Я журналист. Ну забывай, сам на сам, дай ты пеш! Вер, криворучку, давай, идем сам на сам. Нет, как затримайте вот людей, как было. Почему он уезжает? Кончайте человека! Алло! Милиция! Увалиться! Кончайте человека! Милиция! Милиция! Кто его был? Кто-то за них защищает! Милиция, вот десятки свидетелей, что они избивали. Почему вы их не задерживаете? Выходи, выйдите как? Выходи. Выходи, Игорь. Игорь, выходи. Ты такие здоровые, один на один при всех. Есть. Обеспечим выезд, мужчина в дом! Давай, ребят, наперёд! Наперёд подойдите! Милиция, затримуйте! Милиция, затримуйте! Милиция, народом! Пацаны, наперёд! Наперёд! Давай! Встаньте наперёд! Наперёд, встаньте, пацаны! Давай, Чернигово! Чернигово, давай! Давай, отсюда! Давай, Чернигово! Ребята, а вы чего стоите? Вы, подруги, приехали. Что вы делаете здесь? Что вы творите? Это наш